Добрый день, дорогие поклонники спорта и прежде всего футзала. Мы переносимся в Подмосковье. Это Климовск или даже Подольск. Универсальный спортивный центр «Юность». Мини-футбольный клуб КПРФ «Город Москва» принимает соперников из Югорска. Мини-футбольный клуб «Газпром Югра». Кстати, мурсийцы одни из лидеров в чемпионате Испании наряду с «Пальмой футзал». Все, встреча началась в белом «Газпром Югра» и уже «Щимба». Чимбо, удачный обыгрыш Андрея Заболонкова. Добавился в это сочетание Дуду. Чимбо справа против Баталии. Перемудрил Чимбо. С мячом Асадов. Возможно, состоится отложенный фол. Асадов! Но, похоже, по мнению судейской бригады, сзади в спину подтолкнул Чимбо. Лысков, Милованов, Баталия, Заболонков. Четверка КПРФ. Дальний удар и 1-0! Помешал Артему Салахову Баталия и забивает Зураб Калмахилидзе. Нет Звиада Купатадзе, зато есть Зураб Калмахилидзе. Второй фол у «Газпрома» игры. Передача низом и 1-1 Дмитрий Лысков. 1-1 очень быстро. КПРФ сравнивает счет. Рано радоваться, ведь система видеоподдержки впервые в матче нашим используется. После того, как мяч отскочил от ноги Лыскова, он попал в руку. Не знаю, что там произошло, но мяч остается у КПРФ. А момент, а вот здесь уже, вот здесь вряд ли кто-то что-то отменит. Чем занималась оборона «Газпром Югры» непонятно. Быстро москвичи разыграли стандартное положение. И неприкрытый Дмитрий Лысков с передачи Инара Асадова делает счет 1-1. Оставляет мяч Жуау Гилерми. Левша Шестеров. Удар с правой. Жуау Гилерми и угловой. Угловой от «Газпрома» игры низом. Таня Роза штанга. После спасения Артема Салахова. Вот его левая нога. Привыкайте, изучайте. Николай Шестеров против Артема Салахова. Николай Шестеров! 2-1 «Газпром» Югра. Реализовав 10-метровый за перебор. Перебор командных нарушений, фолов. Зураб Калмахилидзе. 3-1! В первой же смене забивает 33-й номер «Газпром Югры» Иван Крылов. 16-я минута. «Газпром Югра» на выезде переигрывает КПРФ. Сергей Абрамович против Калмахилидзе. И Зураб Калмахилидзе. Мы еще раз увидели, как Зураб Калмахилидзе парировал удар с 10-метровой отметки. Из 16 матчей без поражений в чемпионате Артем Салахов. Здесь неточная передача. Лысков, удар и 2-3. Эйнар Асадов отыгрывает один мяч. Смотрим, ошибается Шестеров. Асадов, Лысков, Асадов. Гол плюс пас у того и другого. Ведь в первом случае в составе КПРФ. Прострел низом, Афанасьев, добивание, и Артем Салахов. Это спасение и самопожертвование. Мужественные действия, как бросился к мячу, причем руками вперед Артем Салахов. Это спасение должно попасть в хит-парад лучших вратарских сейвов спасений. С мячом уже Дмитрий Лысков, экс-игрок «Газпром Югры». Старые счеты наверняка у Дмитрия есть. Заболонков теряет владение. Жуау Гилерми. Жуау! Штанга! Штанга Жуау Гилерми. Все сделал 51-й номер. Мягко мяч подцепил на противоходе Артему Салахову. Но тот предательски угодил штангу. Рубцов играет назад. Здесь Жуау Гилерми. Жуау Гилерми! Без касания. Зачем вот эти лишние мельницы, которые, например, в футболе устраивает Криштиану Роналду? Салахов! Салахов низом, Бурков!
край. На правый фланг. Здесь Багиров. Багиров обыгрывает. Бьет. И 3-3. 3-3. Рикошет помог Арсену Багирову. Ничья в нашем матче. Куда ныряет, буквально вкручивается. И 4-3, фантастика! Исправляется Андрей Панкратов, открывшийся спиной к чужим воротам, каблуком катит на Ивана Крылова. И как в басне Крылова оформляет дубль его тезка. Иван Крылов, 4-3, вновь впереди «Газпром Югра». Миссия невыполнима. Последние секунды, надо торопиться, КПРФ. 7-6. Енар Асадов, Енар, и все. «Газпром Югра» останавливает 16-матчевую серию без поражений мини-футбольного клуба КПРФ в чемпионате России, в российской суперлиге.